здравствуй, дом, родимый дом. А я в руках с мечом. Ладно. Да. Прошло вот уже много времени, когда я попал сюда. Я не мог рассказать вам сначала, как я сюда попал, но все-таки расскажу. Я плыл на корабле, вдруг увидел землю, а как раз там недалеко был риф. Мы столкнулись об него, и случилась катастрофа. Выжил только я. И все. Да, жизнь меня наградила за то, что я выжил. Я нашел алмазы, скрафтил себе меч и начал ходить и искать животных. Вы да подумайте, а, ну почему ты тогда не уйдешь отсюда? Ответ прост, что на горизонте нет кораблей. Поэтому я решил построить себе дом и жить здесь, пока не приплывет корабль. Да. Вы подумаете, что это выживание будет очень долгое и мрачное. Так оно и будет. Но все-таки одно в этом есть. Я делюсь этим с вами. Да, делюсь с вами. Ребята. Я не знаю, слышите вы меня сейчас или нет, но я точно знаю, что слышите. Поэтому я передаю вам. Если вы слышите это, значит, я уже мертв. Ладно, пора спать. Но сначала посмотрю, что там у нас в окне. Оли. Какой-нибудь волк или зверь будут идти мимо. О, нет, никого нет. Ладно. Если никого нет, значит, хорошо. Пойду спать. Черт возьми, здесь ремонт делать надо. Ёшки-кошки. Вот, блин. Вот за что? За что мне это все? Ладно, успокойся. Фу, вдох, выдох, вдох, выдох. Все. Ты спокоен, спокоен. Стену я завтра починю. Ну, или сделаю точнее. О, да, сегодня денёк не увенчается успехом, чувствую. А, ладно, что у нас тут? Стенка. Стенку мы сейчас отремонтируем. Так, у меня вроде какие-то вещи в сундуке должны быть. Такс, такс, такс. Сундучок, на помощь. Такс, где тут блоки? Ага, у меня как раз есть подходящие ресурсы. Такс, такс. Ну вот и все, нашел. А я думал, куда они там подевались. Думал, истратил уже все. Отлично, камень. Берем. И застраиваем. Оп. 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 Все, готово. Ну, только окошко проделываем здесь. Так, где у нас тут стеклянная панель? Опа. Вот она. Ставим ее здесь. Оп. Готово. Теперь можно любоваться красотой снова. И не в 2 метра, а в 1. Да. Ладно. Сундучок, сундучок, помогай мне, дружечок. Сейчас скрафчу топор. Сейчас железо, палки. Опа. Блин, как же это трудно. Опа. Готово. Сейчас, опа, готово. Какой красивый топорик получился. Пойду деревец рубить. Такс, такс. Открываем дверь. Закрываем дверь. Сейчас. Опа. Фух, пролез. Так, дерево, здорово. Чё,
встречать меня будешь? Да, встречать меня будешь, да? Ну, будешь, значит, встречать. Так. Опа, готов. Опа. Да, его тут легко рубить, оно прогнило. Ух ты, свет. Думаю, я нарубил достаточно. Даже очень достаточно. Топор надо спрятать. Опа. Так, это там не нужно. Вот. Фух. Ну ладно. Пойду прогуляюсь. Точно я не знал, что будет дальше. Может быть, я выживу, может, умру. Может быть, я что буду выживать. Но ответ прост. Я выживу.